нет, впереди нас ждут самые весенние, самые нежные три выходных дня. Эпицентр праздничных мини-каникул 8 марта. Как отдохнуть в большом городе, расскажу прямо сейчас. Поехали! Женщины, организуйтесь! 8 марта в Музее Модерна проведут лекцию о женщинах в эпоху перемен на рубеже 19 и 20 веков. Женские журналы начала 20 века, их настроение в эпоху войны. Узнайте, насколько сильно женщины рубежа эпох не были похожи на своих матерей и как это отражалось в журналах. Начало в 16:00. А вот об истории праздника, с чего, собственно говоря, все началось, расскажут в музее Алабина в 12 часов дня. Какой же праздник без женщин и цветов? Полюбоваться прекрасными дамами, смотрящими прямо вглубь души с портретов, и поймать весеннее настроение можно на выставке «Венера и геометрия». Она проработает до 9 марта на Некрасовской, 2. В женский день в драматическом театре все для прекрасных дам. В 6 вечера на сцене Дон Жуан. Причем вовсе непривычный всем образ. Главный герой – противник показной романтики. Брутал, для которого нет ничего святого. Беззаботно порхает по жизни, не без доли цинизма. Кентервильский призрак для тех, кто любит адреналин. Мистический мюзикл по мотивам новеллы Оскара Уальда в исполнении актеров Самарского молодежного драматического театра. Начнется в 14:00 в ДК Пушкина. Вечер субботы, чем не время для балета, тем более для жемчужины из копилки советской классики – Бахчисарайский фонтан. Грозный хан не знал ни самоотверженной любви, ни жалости, пока не сорвал шаль с польской пленницы Марии. На родине его ждут жены, войдет ли Мария в гарем. И тут начинаются страсти в борьбе за любовь. 18:30, Сатоп. Итальянский язык любви, страсти и красоты. Если вы давно мечтали его подтянуть или просто послушать, то момент настал. В кинотеатре «Художественный» с 5 марта стартует 6-й российско-итальянский кинофестиваль. Все фильмы будут транслироваться на итальянском с русскими субтитрами. На этом все. Проведите выходные ярко и зарядитесь отличным настроением на всю неделю. Всего вам доброго. До встречи.